Всемирная танцевальная олимпиада состоялась на майских праздниках в Москве. Танцевальный праздник не прошел стороной для Кургана. Кирилл Морозов и его сестра Лиза, которая имеет врожденный недуг, детский церебральный паралич, приняли участие в конкурсе. Тяжелая болезнь не помешала ей принять участие. Я участвовал в олимпиаде в Москве по танцам. Я был в паре вместе с моей сестрой. В данный момент у нее не было партнера. Я хотел бы ей в поддержку помочь, и поэтому я участвовал. Более 23 тысяч танцоров из 43 стран приняли участие в олимпиаде. Среди участников 34 ребенка с ограниченными возможностями. Поучаствовать в таком грандиозном событии для Лизы Морозовой стало большим достижением. В паре со своим братом они заняли почетное место в номинации «Дуэт». Мне это очень нравится. Чем мне это нравится? Тем, что я начала больше двигаться. Занимаюсь где-то месяц, 4 даже. Я хочу дальше заниматься танцами, чтобы идти еще вперед. Несмотря на свой недуг, воспитанники школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья рвутся в бой. Танцы для них стали своеобразной отдушиной, ведь для ребенка очень важно реализовывать себя в творчестве, говорят родители кружковцев. Помимо занятий ритмикой, у школьников теперь есть возможность заниматься и общевосстановительной ритмопластикой. 2 раза в неделю в интернат приходит хореограф, чтобы заниматься с ребятами. Было достигнуто соглашение с администрацией заведения о том, чтобы внешкольное время после уроков на 40 минут занимать детей тем, чтобы творчески развивать их, стимулировать как-то в жизни. Воспитанники интерната с горящими глазами признаются, что с нетерпением ждут занятий, ведь для них движение – это жизнь. Дарья Федерягина, Александр Киселев, информационное агентство «Курган.ру».